Всем здравствуйте! На канале НТВ 20 апреля 2020 года состоялась премьера сериала «Охота на певицу». Сегодня мы расскажем о содержании следующих серий. 9 и 10 серии. Немчик появляется у Сявога, чтобы выяснить, кто такой дублер и кто заказал Мирону певицу. Обладая звериным чутьем, Сявы чувствует, что непрошенный гость пришел убивать. Немчик выясняет, что дублер отбывал срок по вине певицы, а заказ на нее поступил от кого-то из МВД. Гордину не дает покоя мысль, что хамелеону известно, где живет Марина и родители. Маньяк о сыщике знает все, а сыщик о нем ничего. Сотрудник милиции Марченко внедряется в круг фанатов певицы. Ему удается втереться в доверие к Вике Лебедевой и стать ее любовником. Бабич навещает Марину, пытаясь убедить в том, что Гордин не стоит ее любви. Женщина дает отпор бывшему любовнику. Немчик жестоко убивает Мирона в бане. Он находит там сейф, где хранится компромат на многих высокопоставленных особ и архив на представителей криминального мира всего Советского Союза. Изучая документы, он находит запись телефонного разговора, где обсуждается убийство певицы в Ленинграде. Теперь он знает, кто заказчик. Гордин показывает Вике фотографию убитых хамелеоном людей. Девушка соглашается сотрудничать. Она проникает в каморку хамелеона и находит множество фальшивых документов. Немчик чувствует, что в его каморке кто-то был, и это Вика. Она обо всем догадалась, и она обречена. Марина на даче разбирает мешки писем, адресованных певице. Одно письмо привлекает внимание. Написано оно детским почерком. Ребенок предупреждает о готовящемся убийстве. Одиннадцатая и двенадцатая серии. Гордин приносит Капанцу записку с предупреждением об убийстве, написанную детским почерком, а также чемодан с личными вещами хамелеона. Влад требует, чтобы генерал срочно доложил о существовании маньяка министру МВД, но тот приказывает отправить Гордина в психлечебницу. Марина просит Бабича помочь вытащить мужа. Тот убеждает генерала выпустить зятя. Если маньяк убьет певицу, карьере Капанца придет конец. Необходимо позволить Гордину ловить хамелеона, а Бабич за ним проследит и в нужный момент от него избавится. В Ленинграде хамелеон вычисляет дублера, убивает его и проникает в гостиницу, где поселилась певица. В руках у Марины оказываются уже несколько писем одинакового содержания, написанные детским почерком. Недетская лексика наталкивает ее на мысль, что письма писал взрослый человек. Немчик продолжает убирать людей из своего прошлого. Он встречает в Ленинграде Гордина. Опасность быть пойманным становится более чем реальной. Бабич, проанализировав старые дела Гордина, докладывает Капанцу, что тот был прав. Хамелеон действительно существует, и на его счету десятки убитых. И сейчас очень важно сделать все, чтобы преступника взял не Гордин, а Бабич. Тринадцатая и четырнадцатая серии. Немчик в женском гриме поджидает певицу в ее номере.
Чтобы предотвратить убийство, Влад включает пожарную сигнализацию. Эвакуация жильцов отеля срывает планы убийцы. Он взбешен. Гордин и Берулава находят маньяка на заброшенном складе. Во время захвата Берулава погибает, а Гордин оказывается в больнице в тяжелом состоянии. На месте пожара обнаруживают обугленное тело. Марина понимает, что разгадка происходящего в письмах, написанных детским почерком. Если она догадается, кто их отправлял и почему, Влад легко найдет хамелеона. Бабич рапортует в министерство о блестящей проведенной операции, в результате которой ликвидирован серийный убийца. Но Гордин догадывается, что обугленный труп на складе – инсценировка маньяка. А значит, хамелеон опять на шаг впереди. Хамелеон подбирается к генералу Баландину. Украв неотправленное письмо его бывшей жены, он легко убеждает генерала, что является его сыном. Гордин прокручивает в голове телефонный разговор с хамелеоном. Убийца обронил фразу «таинственный подполковник». Совсем недавно так его называл Бабич. Гордин догадывается, что Бабич руководит хамелеоном. Он приезжает к Апанцу, чтобы об этом рассказать. Для подтверждения этой версии необходимо взломать сейф. Капанец соглашается выманить Бабича из кабинета и приглашает его к себе на дачу. Пятнадцатая и шестнадцатая серия. Немчик возвращается в квартиру Баландина, где убивает и генерала, и его жену. Теперь он может спокойно поджидать певицу, которая вот-вот вернется с гастролей. Сосед Колесникова по коммуналке, вор-медвежатник Плюшевый, по его просьбе взламывает сейф в кабинете Бабича. Вор и сыщик добывают компромат на генералитет, в том числе на Капанца. Капанец пытается выяснить с Бабичем отношения, но тот его убивает. Гордин узнает, что у генерала Баландина объявился сын от первого брака, который гостит у отца, живущего на одной лестничной клетке с певицей. Гордин понимает, что в генеральской квартире затаился маньяк. Вместе с Колесниковым он обнаруживает трупы Баландиных, но убийца уже скрылся. Немчик шантажирует Бабича магнитофонной записью разговора, где тот нанимает киллера для певицы. Теперь Бабичу важно убить хамелеона. В своей квартире Гордин находит письма и фотографии хамелеона, с которыми работала Марина. Он понимает, что жена разгадала тайну маньяка. А еще Влад понимает, что Бабичу необходимо избавиться от хамелеона, и он будет использовать Марину как наживку. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и до скорых встреч!